Вот знаете, друзья, я обычно готов к очень многим вещам, но чтобы играть за Человека-паука в GTA San Andreas, ну это как бы уже совсем, ребята, я не знаю, что-то за гранью моего понимания. Да, ребятки, всем привет, меня зовут Викли, и добро пожаловать в такую игрушку, как GTA San Andreas Definitive Edition, и сегодня мы с вами играем за Человека-паука. Да, ребята, я сам реально в шоке, и, друзья, конечно же, перед началом моих путешествий попрошу вас влепить свой лайк, подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Всем, конечно же, приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, мы с вами начинаем, поехали. И, ребята, смотрите просто, как я могу сделать вот так вот и... Подожди, я должен запрыгнуть с одного прыжка на дом и... Ой-ой-ой, тихо, кстати, когда я прыгаю, у меня, походу, хп теряется. Так, а ну-ка, запрыгиваем, и я на доме, давай, да что ж такое-то, ты человек-паук или не человек-паук, что за фигня, подождите, так, допустим, прыгаю, и все, ребята, да, отлично, я на крыше дома, собственно, да, сегодня мы с вами играем за Человека-паука. Правда, это Человек-паук, который умеет у нас... это что такое? Это что за баги? Это куда? Чё? Это... Не, ребят, я определенно нашел какой-то баг в Definitive Edition, потому что это реально какая-то жесть. Куда я забрался нафиг? Человек-паук, ты чё, больной, что ли? Чё за фигня? Сейчас, ну-ка, идите отсюда. Нафига, ребята. У нас, конечно, Человек-паук бесстрашный. Так, хорошо, значит, этого челика давайте оставим в покое. И... если он к нам не будет лезть, он к нам лезет. Ты чё, на Человека-паука, что ли, идешь? Жаль, через совсем, что ли? На нафиг, все, вот так чисто, давай иди отсюда. Значит, ребятки, мы с вами можем быстро бегать. Ну, как бы, бегаем, наверное, по-обычному. Зато, ребятки, самое главное, можем прыгать с вами на вот такое просто гигантское расстояние. Да, и, в принципе, это все. К сожалению, мы с вами паутину пускать не можем. Лазить по стенам тоже не можем, если только вот так вот, наверное, чисто взбираться. И, в принципе, да, это самый бесполезный Человек-паук вообще во всем, ребятки, мире. Но все же мы как бы стараемся, да, мы стараемся показать себя. И черт возьми, я сейчас разобьюсь. Это реально жизнь. Так, давайте мы сейчас угоним тачку. Смотри, чисто Человек-паук заходит и выгоняет тачку. Блин, это так бредово выглядит на самом-то деле. Все, ребята, поехали. И мы сюда, Человек-паук угнал тачку. Да, поздравляю, ребята, Человек-паук стал преступником. Вообще, кстати, радио играет. Давайте мы выключим. Все, ребятки, как бы, да, Человек-паук у нас теперь преступник. Давайте выпрыгнем и... мы выпрыгнули, да. Так, ну как бы так не очень интересно. Мы кроме прыжков ничего больше-то особо такого крутого не умеем. Поэтому, ребятки, я сейчас предлагаю что-нибудь такого наколдовать, чтобы Человек-паук обрел наши новые какие-то способности. Вы думали то, что Человек-паук у нас такой простой, а он может просто подойти вот так вот и челика, но, офига себе у нас удар. Ребята, это просто какая-то жесть, что мы с вами просто делаем, а ну-ка иди сюда, так, на нафиг, ой, конечно, девушек бить нехорошо, извиняюсь, так, а ну-ка, челикс, давайте, пошли вон все. Так, а ну-ка, полицейский, на, паучи, а что полицейского-то, на нафиг, хорошо, полицейского бьем, на, хорошо, так, ой, так, пошли вон, полицейские, я не признаю свою вину, я Человек-паук, мне вообще пофиг. Блин, что за жизнь вообще творится? На нафиг, хорошо, вот так вот все чисто берем, значит, подбираем это все, берем чисто пистолет, ребятки, и Человек-паук с пистолетом, черт возьми, вообще где-то такое видели, а, это что за бред, ребята, происходит, что я просто сделал, а, вы объясните мне, пожалуйста, что это за фигня, ой, а что здесь происходит, здесь все друг друга сбивают, ребята, это просто реально какая-то, ты что, офигел, что ли, а ну-ка, иди отсюда, меня пули не берут, ты понимаешь? Ты чё, челик, ты чё, офигел, у меня пули не берут, и вообще, понимаете, с кем вы связываете? Связываете с Человеком-пауком, чуваки, вы чё там, зловите, что ли? Ой, придурочный, короче, я отсюда нафиг бегу, ребят, я реально не знаю, что я сделал, я установил мод на Человека-паука, и теперь, о боже, это реально какой-то бред. Так, а ну-ка, паутина, вперед! И нет, паутины у меня, к сожалению, нет, и мы живы, Человек-паук жив, Человек-паук будет жить, если, правда, машина не собьет. Так, а ну-ка, прыгаем отсюда и бежим. Я сейчас, кстати, скорее всего, сдохну, поэтому мне лучше поскорее это, в принципе, сделать, что у меня хпшки откатились, как бы, или же пойти похавать, чтобы хпшки восстановились. Короче, ребята, я не знаю, давайте мы, наверное, заберемся вот сюда, значит, таким вот образом и сделаем чисто прыжок вверх. Давай, Человек-паук, забирайся. Так, и давай еще выше собирайся. И тихо, меня, кстати, пули не берут, реально, меня пули чисто не берут, я же все-таки Человек-паук, хотя должен тихо отклоняться, как бы, Человека-паука пули берут, но в игре не берут. Итак, ребятки, собственно, прыжок вверх, проверяем, может ли Человек-паук выжить с одним хп, и мне кажется, что не может, и он, к сожалению, у нас, да, не выживает, и все, ребятки, такой вот конец Человека-паука в GTA-шке. А что вы хотели, реально, что вы хотели, это Человек-паук в GTA. Так, если ваше здоровье снизится, то понятно, и как бы да, ребят, я не знаю, реально, что мы сегодня просто с вами творим, и, скорее всего, мои способности сейчас сбросили, да, быстрее, пожалуйста, загружайся, ну, пожалуйста, давай быстрее, и на чем? Нет, ребята, смотрите, мы с вами все по-прежнему прыгаем, и у нас, правда, уже вечер, 3 часа ночи, такой себе, так, здравствуйте, фига.
Йод стол Патрика шетишь. А ну-ка, машину, если мы ударим, что с ней будет? А ну-ка, на нафиг, на! Подожди, мы за пару ударов можем машину сломать. А ну-ка, подожди. Допустим, на. Подожди, допустим, так бью тачку и. Подожди, давайте какую-то мы тачку своруем, чтобы у нас, так сказать, так, здравствуйте, полицейский, я прямо вас под носом ворую тачку. Так, допустим, вот я тачку своровал. Теперь я выхожу из нее, начинаю ее фигачить. Так, и что с ней будет? Как мы ее, честно, быстро разрушим? Давайте я ее, допустим, бью. И, то есть, за пару ударов она уже у нас кипит полностью. Офигеть. Подождите, не понял, полицейский. До свидания. На! Вы это видели? Это еще было. Так, подождите, я хочу тачку взорвать. На нафиг, давай. Так, полицейский, пошел нафиг. Фига, мне кажется, у меня удары с каждым разом, ребятки, все сильнее и сильнее. Ну на нафиг. Ой, сейчас где-то не отлетел. Ну ладно, подождите, тачку я взорву сегодня или нет? Давай, тачка, взрывайся. Ну, это что такое? Что вы будете делать? Иди нафиг отсюда. И ты тоже иди нафиг. Фига, кто это? Столб ты сиронил. Короче, ребятки, я отсюда ухожу. У меня снова пистолет. Так, здравствуйте, ладно, не буду трогать вас, мадам или мисс. Не знаю, кто вот там вообще такая. И я, ребятки, снова, короче... Что это такое? Ну, ты человек-паук или не человек-паук? У нас, кстати, паутина, ребятки, как я сказал, нет. Поэтому давайте мы с вами, короче, по-хорошему, хоть угоним тачку. Вот, мне реально интересно, я что, могу кулаками разбить тачку или не могу, ребятки? Не понимаю. Так, ладно, поехали. Ну-ка, смогу заехать на стенку? Эй, давай. И, значит, так вот ее ставим, ребятки. Давайте, ну, ладно, почти нас стало на бок. И полицейский опять, да вы реально достали меня. Давайте, выходите, разберемся. Давай, человек-паук сейчас просто все сделает. А ну-ка, на нафиг, фига. Так, давайте полицейскую тачку бьем, посмотрим, взорву я ее или нет. И мне кажется, что я ее... Кажется, я ее не взорву, ребята. Мне кажется, я ее так все задолбали, короче, стоять. Я ухожу отсюда, давай, человек-паук, уходим. Фига себе, я забрал все. Так, давай, все, уходим. Блин, прикольно, если бы я еще умел на паутине, на самом деле, летать. Что это за фигня вообще? Что это? Что, челик вообще офигел, что ли, а? Ну нафиг отсюда, пошел. На! Давай, ты куда тут вылазишь? Блин, ребята, я не знаю, реально, что за бред просто происходит. Давайте мы отсюда скорее уйдем. Так, о, кстати, скейтерский райончик у нас. Кстати, ребятки, да, костюмчик, как вы можете заметить, у меня из нового Человека-паука, или же The Amazing Spider-Man. И этот костюмчик реально мне нравится. Он такой самодельный, из спандекса. Блин, очень прикольно выглядит. Так, можете забраться, интересно? Давай, конечно, можем, Человек-паук вообще все может, ребятки. А ну-ка, еще выше. Давай еще не сюда. Подожди, я не смогу там застыть, наверное, я уже упал. Так, ладно, давайте что-то еще интересное придумаем, потому что нужны какие-то, собственно, приключения для Человека-паука. Да что-то он бегает вообще. Опа, велик! Вот и приключения нашли, погнали, ребятки, Человек-паук на велике. Фига себе, мы с вами едем! Это что мы так быстро ездим? Да, подожди, опа, прыжок! Фига! Ой-ой-ой, мы, кстати, выжили! А ну-ка, подождите, я еще хочу. Так, давайте, допустим, еду. Так, здравствуйте, до свидания. Там за мной идут дурачки полицейские. Так, здравствуйте. Заезжаем, хоп, и делаем сальтуху. На нафиг, хорош. Так, ребят, я не знаю реально, что я творю. Так, и я свалился с велика. Черт возьми, полицейские, вы меня достали уже. Вы меня реально достали. Ну-ка, пошли вон. На нафиг, хорошо. Так, давай второй, что ты не выходишь? Давай, выходи, давай, на. Да, подожди, на. Да подожди, ты куда ты садишься? На нафиг. Блин, ребятки, короче, я уже реально немножечко как бы устал бить полицейских. Давайте мы сейчас отсюда уедем. И. Что-то какое-то занятие другое придумаем. Так, а что-то здесь едет челик, да? Такой, что-то быстрый. Ай, блин, короче, я вас понял. Окей, я убегаю отсюда, до свидания. Итак, друзья, я сделал полную жесть, теперь все пешеходы, по идее, все жители Лос-Сантоса должны бороться друг с другом, и да, в меня уже стреляют, это полицейский обычный, подождите, это полицейский, я хочу, чтобы на меня напали жители обычные, чё, подождите, что происходит, подождите, почему они не нападают, допустим, я бегу вот сюда вот, и чё, это, а вот это что такое, это скажите мне, создатели GTA, это Rockstar, вы, чё это сейчас было, это ладно, в принципе, так, хорошо, я ввел чит-код на войну, но что-то войны не происходит, это что сейчас было вообще, это, подождите, это что, это ракетница, ты чё, больной, что ли? Ты чё, дурак? А ну-ка, дай мне, дай мне ракетницу, я сказал. А ну-ка, ракетница, фига, ребята! А ну-ка, давай, Человек-паук, на-на! Ой, как я промазал-то, подожди, да как попасть в ту тачку? А, давай, не попаду, иди ты нафиг! У меня, кстати, закончилась, да, ракетница? Я два заряда просто так выстрелил, да вы достали уже, идите нафиг отсюда, челикс, что за фигня, ребята, очень реально происходит? Так, а ну-ка, пошли вон! Блин, ребята, если реально какие-то разборки, прям бан жесткие-то, пошли, а, челикс, вы что там совсем так, ладно, держи-то подбираем, все. Я, короче, сюда сваливаю. Вы как хотите, а я отсюда хочу ехать. Подождите, я хочу еще найти себе. Это что такое? Это вертолет? А у меня же 3 звезды, я даже не заметил, нифига себе. Так, я бы себе хотел найти еще на самом деле ракетницу, потому что с ней бы было весело. Но я их, к сожалению, потратил. А чит-код я не хочу сейчас водить. Опа, звездочка. Давайте ее подберем. Так, опа, берем. И минус звездочка. Нормально вообще пойдет. По кайфу. Так, а ну-ка, челиксы. Извиняюсь, до свидания. Блин, ребята, вот за что реально происходит сегодня в GTA у нас? Это реально. А что у нас там взрывается? Все воюют. Просто что за апокалипсис у нас реально начался? Так, а ну-ка, челиксы. На нафиг, хорошо. Вот так. Ракетница! Ракетница, давай, что-то взорвем. Давай полицейскую тачку. На нафиг. Ой, а я себя откинул. Ребятки,
Бля, это я не знаю, это просто такая жесть на самом-то деле. Так, здравствуйте, а ну-ка пошли вон. Блин, ребят, чё я просто сделал с GTA-шкой сегодня? На нафиг, ладно, не ударим её, всё, и... Да, ребят, это просто реально какой-то ужас и сущий кошмар. Эх, какой же все-таки прекрасный и чудесный вид, друзья. Ну и, собственно, закончить наш видосик я решил вот с такого вот... Ах, прыжка самого высокого здания в Лос-Сантосе, а именно со здания Мейсбанка, друзья. И реально, просто посмотрите на эту здоровенную карту, как же здесь все кайфово, ребятки. Выглядит и смотрится реально прямо на высоте. Ну что ж, давайте, в принципе, прыгнем. На какую сторону? Я предлагаю прыгнуть на сторону, так сказать, океана, да, нашего Тихого океана. И давайте, ребятки, на счет 3 мы с вами прыгаем. Ну что, поехали. Раз, два, три, и погнали, Человек-паук у нас летит, вот так вот чисто, ребятки, свободное падение, нифига себе, это очень круто, так, главное нам парашют как бы раскрыть, да, и разбиваться сегодня не собираюсь, открываем парашютик, и, ребятки, все аккуратненько, вот так вот спокойно с вами спускаемся. Ну что, друзья, вот такой вот у нас видосик получился, по моду на Человека-паука в GTA San Andreas, он такой достаточно забавный у нас вышел, и если вам этот видосик, конечно, понравился, то ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускались. Всем большое спасибо за просмотр, с вами был я, Твикли, я не прощаюсь, а говорю вам, до новых встреч, друзья!